здесь. Эй, если здесь кто-то есть, лучше сразу выходи. Похоже, никого. Я все слышу. Выходи. Будешь там сидеть, зараза? Полный ноль. Хочу кое о чем напомнить. Позвольте вам объяснить, друзья мои. С одной стороны, у вас есть панхи в Арктике, которая якобы должна остановить глобальное потепление. А с другой стороны, у вас все эти метеорологические станции в Аляске, которые выстреливают миллионы ватт в стратосферу, вызывая... массовое уничтожение по всему миру. Понимаете, как одно помогает другому, правда? Чем больше цунами, землетрясений, ураганов создается этими метеорологическими станциями, тем больше потребность таких пророков, как Неро. Access granted. Thank you.
Access granted. Я все слышу. Access granted.
Access granted. Я вас сменю, капрал. Слава богу. Как меня достало нытье этой бабы. Колвин, да? Что ей на этот раз не так? Все, от еды до температуры. Она просто хочет нас достать, чтобы мы потеряли бдительность. Не ведись. Верно. Ладно, удачи. Ты шаги не слышишь? Вон там, стоять! Все чисто. Вечно без... Вон отсюда! В лаборатории таким, как вы, не место! И вам здравствуйте, доктор Колвин. Что такое? Погодите. Я вас знаю. Вы охранник шерифа. И хреновый охранник, надо сказать. Спокойно, док. Ваше спасение чуть было не стоило мне жизни. А теперь хотите вернуть меня обратно? А что, если я не хочу уходить? Что, если мне здесь гораздо лучше, чем у шерифа? А Василий Шевченко с этим бы согласился? Его казнили, а труп сбросили в канаву. Это ложь! Это правда, поверьте. Если эти убийцы не промыли вам мозги настолько, что вы и дальше захотите создавать для них игрушки. Это не игрушка. Это обновление программы, ограничивающей функциональность биочипа. Мне сказали это для управления поведением толпы. Василий действительно мертв. Вы видели труп? То, что от него осталось. Господи, надо было послушаться его. Доктор Колвин, мне нужно найти остальных членов группы. Но GPL-сигнал доктора Рид отсутствует. Она в режимной зоне. Там повсюду охранники. Значит, охранников надо выманить. Отвлечь. Может, авария в лаборатории? Что скажете? После того, что эти твари сделали с Василием? Конечно. Но небольшой аварии в этой лаборатории будет мало. Да, но если взрыв произойдет еще в двух лабораториях, одновременно. Деклан и Эрик, конечно. Интересная затея, мистер Дженсен. Честолюбивая, но рискованная. Главное все сделать вовремя. Я скоординирую ваши действия, но вы должны понимать риск. Я не боюсь, мистер Дженсен, но есть еще одна проблема. Ваши GPL-сигналы отслеживают, да? Мне тоже интересно, как с этим справиться. Вы умный человек, как Василий. У него был план с помощью вируса нейтрализовать все протоколы отслеживания и генерации помех. Возможно, Деклану или Эрику что-то об этом известно. Мне не удалось найти Эрика Коса, доктор Колвин. Вы знаете, где его держат? Он работает в лаборатории на третьем этаже. Туда можно подняться на лифте.
но только со второго этажа. А охранники что-то говорили о том, что этаж будет перекрыт. С другой стороны, все эти нейроимпланты наверняка вам помогут. Судя по всему, доктора Файерти в этом здании нет. Не знаете, где он может быть? Кажется, он в лаборатории биомеханики по соседству. Но чтобы туда попасть, не обязательно выходить на улицу. Между зданиями есть переход. Можете воспользоваться им. Доктор Колвин, мне нужно знать, что я могу вам доверять. Мне показалось, что вы были всем довольны, пока не узнали о докторе Шевченко. Прошло полгода, мистер Дженсен. Возможно, для вас это мало. Но сколько времени человек может жить в постоянном страхе? Когда нас выпустили из изоляции, стало проще сосредоточиться на работе. Вы все так себя чувствовали? Кроме Василия. И, возможно, Деклана, но... Работа, которой мы занимаемся, дискуссии и теории. Мне казалось, что проекты Шарифа были перспективными, но эксперименты, которые ведутся здесь... О таком управлении перспективного планирования может только мечтать. И все это без надзора со стороны правительства. По-вашему, я обычный ученый? Да, мистер Дженсен? Ученый, слепо переходящий границы дозволенного? Плевать, кто платит по счетам и как делаются наши открытия? Каждый из нас сам решает, чего он стоит, доктор Колвин. Вы правы, разумеется. Но разве в Детройте все было по-другому? Мы ведь с вами знаем, откуда брались все те контракты шарифа. Вы спросили, можно ли мне доверять? Можно, но вам лучше поторопиться. Хорошо, ждите моего сигнала, доктор Колвин. Когда ваше GPL-устройство начнет вибрировать, приступайте к операции. Понимаю. И простите меня за мои слова.
Кто здесь. Шаги. Кто здесь?
Ты не похож на других охранников. Тебя вызвали, чтобы разобраться с контрабандистами. Они и раньше пытались пробраться на территорию. Мы работаем настолько быстро, насколько возможно. Не надо на нас давить, от этого только хуже. Что вам нужно? Я же просил вас не врываться сюда. Неужели нового биочипа было мало? Доктор Кос, я здесь, чтобы спасти вас. Дженсен? От шерифа? Но нам сказали, что нас списали со счетов. Не совсем. Послушайте, Дженсен, меня заставили на них работать. Мне не хотелось создавать новый биочип, особенно учитывая, что он основан на исследованиях шерифа, но у меня не было выбора. Никто не сомневается в вашей верности, доктор Кос. Вы в курсе, для чего им нужен новый биочип? Точно сказать не могу. Они говорили что-то о производстве чипов в Тай Юн Медикал и дистрибуции через клиники Протез, но точно сказать не могу. Ничего страшного. Моя задача – освободить вас всех. Но чтобы добраться до Меган, я хочу, чтобы вы, Колвин и Фаерти, инсценировали аварии в лабораториях одновременно. Но это же рискованно. И потом, как мы сможем скоординировать эти аварии? Это невозможно. Может быть. Но либо так, либо вы останетесь здесь и кончите, как доктор Шевченко. Его ведь убили, да? Он постоянно их провоцировал. Строил безумные планы побега. Теперь нас изолировали друг от друга. Хорошо, мистер Дженсен. Я с вами. Необходимо отключить систему GPL-слежения. Я знаю, что доктор Шевченко работал над чем-то. Да, над вирусом. Мы все считали, что это слишком рискованно, учитывая, что нам некуда идти. Но у меня программы нет. Спросите у Ния или Деклана. Доктор Кос, тот биочип создан на основе исследований Шериф Индастрис? Да, видимо. Сначала мне казалось, что это просто параллельные исследования, но я достаточно давно работаю с доктором Рит и могу узнать ее работу. Кроме того, мне приходилось работать над схожим проектом в Детройте. И ваши знания здесь оказались бесценными? До некоторой степени. Возможно, благодаря этому мы живы, но сейчас, когда доктор Шевченко... Видимо, теперь нас есть кем заменить. За исключением доктора Рит. Почему вы так решили? Это скорее предчувствие. В Детройте мы все понимали, что стоим на пороге великого открытия. А здесь, как сказать, ее исследования почему-то считаются наиболее важными. Возможно, поэтому ее держат в охраняемой зоне. Возможно, я просто радуюсь, что мы вернемся домой. Даже не верится. Деклан, конечно. Доктор Кос, вы не знаете, где его держат? Возможно. Мне удалось подслушать разговор охранников. Возможно, он находится в подвале лаборатории биомеханики. Но точно сказать не могу. Хорошо. Оставайтесь на месте, доктор Кос. Когда почувствуете вибрацию в GPL, приступайте к инсценировке аварии. Это и будет ваш сигнал. Я так и сделаю. Удачи, мистер Дженсен. И поторопитесь. Знаю, здесь серьезная охрана, но это для нашей же безопасности. Многие отдали бы все ради технологии, которую мы разрабатываем. Изоляция позволила мне как следует сосредоточиться, и оборудование здесь самое лучшее.
Ого! Мне казалось, таких, как ты, из режимной зоны не выпускают. Нам говорили, что многие подопытные чувствуют себя плохо, но ты отлично выглядишь.